Так, ну вот, на сегодня вроде последняя длинная остановка. Мы в городе Киров. Если есть кто из Кирова, всем привет. Кировчане. Классный город, большой, прикольный, теплый. Самое главное, блин, теплый. Вот. Продукты, пиво вон продают. Станция большая. Даже киосочек вот есть. Вон. О, сачок, сачок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, да. ты где уже сутки был? Как колокольчик еще? Колокольчик не забывайте, ставьте, пожалуйста. Комментируйте. Где мы находимся? Киров. Мы находимся в Киров. Всем кировчанам привет. Если есть кто с Кирова. Ну, у вас классная погода вообще. Вообще, нормально. Да, я тоже сказал, погода вообще огонь, как бы. Мы в Сибири были, там жутко уже холодно, там снег по колено. Шарыберры, короче. Шарыберры. Подписывайтесь на канал. Вот так вот, да. Опа-на. Рэпчик. Вот как-то... О, а троллейбусы есть в Кирове? Наверное, нет. Автобус. Да, я вижу. Можно, кстати, в город прорваться. Ну, стоим 20 минут всего. О, мерси, Вятка банк, Глория джинс и аптека рядом. Да. Короче, классный город, нам тут нравится. Короче, идите. Если бы мы стояли подольше, было бы круто. Зачем скажи такой? Как Шрек? А, вон Киров написано. Вон, видно? Киров. Ну все, короче, на сегодня хватит, наверное. Сегодня вроде больше не будет длинных остановок, а завтра, блин, Москва уже, ё-моё. Завтра 60-минутная остановка.